В Алтайском крае зарегистрирована вспышка бешенства среди крупного рогатого скота. На этот раз заражение настигло молочную ферму в Романовском районе. Постановление о введении карантина подписал губернатор Виктор Томенко. Очаг заражения выявили в хозяйстве неподалеку от поселка Майский. Как сообщают в краевом управлении ветеринарии, все животные уже прошли вакцинацию. В закрытом режиме ферма пробудет 2 месяца. Именно столько длится инкубационный период по бешенству. Причина заболевания – контакт с дикими животными. Со слов обслуживающего персонала, на территории данной фермы в сентябре месяце был зафиксирован заход дикого животного. Возможно, это было слюнение, либо покусание животных. В соответствии, после прошествия инкубационного периода, заболевание было у животных, возникло, так скажем. Напомним, бешенство передается через укусы и легко может стать причиной заражения человека. Недавно карантин по данному заболеванию был снят в селе Боровлянка Троицкого района. Там ограничительные меры ввели еще в сентябре. Всего же за год зафиксировали 9 вспышек опасной инфекции в 7 районах края – Хабаровском, Волчихинском, Егорьевском, Смоленском, Краснощековском, Троицком и Романовском. Чаще случаи заражения происходят летом, так как в это время риск встречи с дикими животными возрастает.